Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M33. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек сети. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Общие настройки». Здесь мы выбираем «Сброс» и выбираем «Сброс параметров сети». Нажимаем и нажимаем «Сброс настроек». Вводим пароль для подтверждения действия и нажимаем «Сбросить». И таким образом настройки сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.